Складной ножик Firebird F720, сделанный на мощностях Ганза. Собственно, по факту все тот же самый Ганза, просто с небольшим ребрендингом. Ножик остался в прежних габаритах, то есть достаточно такой крупный и увесистый складень, сделанный по мотивам Lion Steel. В целом ножик остался неизменным, то есть та же самая 440C сталь, та же самая форма, клипса, перекидываемая на правшу и на левшу, крепенький стеклобой на тыльнике и полузакрытая конструкция, которая в целом не мешает прекрасно обслуживать ножик. Изменился логотип, в остальном все то же самое. Единственное, что стоит отметить, у ножа явно улучшилась механика, то есть сейчас он, в принципе, флипует как оригинальный Axis. Хороший, довольно удобный крепыш, в принципе, с достаточно тоненьким сведением для каких-то более точных работ. Прекрасно подойдет как для города, так и для леса.